Я нашел все, что только можно. Мелочевку, которая осталась. Кувшины, ХП, МП, сердечки. Короче, вся дичь ненужная. Докачался до 60 уровня. Хочу батл-арену проверить. Какие-то карты даже нашел дополнительные, не знаю. Две осталось. Написано, что они только на батл-арене выпадают. Броня. Такие дабл-грипсы, которые вообще какая-то дичь. Просто они плюс 75 дают защиту ко всему. По каждому параметру. Но работает только в паре. То есть плюс сверху 150 по параметрам. Пиздец полный. Короче, ладно. Темпларка. Правильно, если так. Короче. Батл арену попробуем. Если этого будет недостаточно, то я хз. И это я ее трогать не буду, я ее без стрима, может, добью. Докачаюсь до 99 уровня. Хотя это уже полный пиздец, потому что просят 270 тысяч. Я, конечно, нашел место для фарма, и оно великолепное, я тебе скажу. Вот здесь оно. Ты просто включаешь силу, входишь, бьешь один раз, получаешь 4к денег. Ой. 4к опыта. Хазы. Не сложно. Но единственное, говорит, долго. Что мы делаем? Мне нужно к телепорту вернуться. Ну теперь-то вы уже не такие крутые, да? Лошади ебаные. На! Какой нужно? Я забыл. Тут с новой херней. Вот. Ускорение. Сюда? Так чуть быстрее будет. Все еще лютые, но уже лучше. Вот этого пацана могу убить, кстати говоря. До этого он меня дамажил по 130, теперь дамажит по 50, что ли, или около того. Короче, веселье веселое. Чем я пробую один раз, то арену, если это будет супер сложно. Так, тут правильно. Просто мы идем закрывать финал все. Так, секунду. Окей. Ну, поехали. Поехали, попробуем. Thank you.
пока ок. Лучше, чем было в прошлый раз. Значительно. Окей. Ну, мы дальше третьей комнаты не дошли в прошлый раз, да? Окей. Тут их двое, да? Чего они сюда музыку не спихнули, не пойму. Окей. Здесь будет выход, если что. Что можно выйти, я так понимаю. Давай не дамажь меня так. Окей. Неплохо. Дальше что? Доступ в инвентарь-то у меня есть? У меня еще есть поушены какие-то, парочку. Еще могу и за ночь. Блять, что это, что это, что это, что это? Опа. А такого у меня нету. Чейнмейл. Вот между раундами нельзя просто постоять и восстановить полоску ХП. Уж я бы этим воспользовался. Есть. Это антидот. Давай. А как в левую сторону уйти? Ёпта. Ну нет. Ну нет.
Очень, блядь, честно. Крест дамажит больше, чем кнут. Что-то я не понял. Интересно. Ебать. Да, блять, ну импут это не жри, ёпталю. Пиздец, как я вовремя. Жесть какая-то, блядь. Мясо. Я хуй знаю, что еще тут. У меня хай поушен только один остался, и все, больше нет ничего. Давай его тоже. Да, пригодился. Это интересно, если я сейчас выйду отсюда, я что, это, мне заново это все придется приходить или что? Просто это странно как-то. Да ёбаный рот. Они вообще убиваются? Я не прочь, если ты мне банку с фул хп дашь. Вообще не прочь. Ну ёб твою мать, ну блять, началось. Окей. Хорошо. Я не знал, что это так работает. Ладно, хорошо, теперь знаю.
Где-то такое, 4 этажа еще. Ой, блядь, нет. И я сейчас отъеду. Скорее всего. У меня точно нет никаких предметов больше, которые устанавливают что-нибудь. МП устанавливают, сердца. Чего? Да иди ты нахуй, ты что, блядь, издеваешься? Пиздец надамажил. Я ебу. Если я здесь выйду. Блядь, две комнаты не дошел. Серьезно, вот у меня было бы больших пару хилок, я бы, блядь, это сделал без проблем. Ну а что сейчас я сделаю? Я знаю, кто в последней комнате, догадываюсь, блядь. Девил, да? Блядь, ну сука. Ну, блядь, обидно было. Попробуем еще раз. Да я не знаю, есть ли смысл. Я пытался фармить предметы, это какая-то канитель прям жесткая. Мне надо было сразу использовать эти все кресты там и т.д. и т.п. Ибо, а почему нет? Да, не уебусь. Стой. Где мы? Кто-то лишнего пошел, да? Сюда? Да. Ну вот он. Стоит. Я бы его уделал бы. Вот с этих падают хилки. Честь имею, блядь.
А дай еще одну. Ну так, на всякий. Одну. Да чтоб тебя. Да ну камон. Вот когда я не прошу, ты вот давай не кидай мне тогда. Бля, он теперь еще меньше будет кидать. Ну дай хилку большую, надо конкретно большую хилку, пожалуйста. Можно? Да не в этом плане. Сука. Что мне нужно? Мне нужно... Так, Potion High, пожалуйста, игра. Potion High игра, пожалуйста, дай мне. Вот с этого моба. И я от тебя отстану. Сика! Тра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Сика! Давай, еще три раза, и я пошел. Не дашь, так не дашь, хуй с тобой. Все, я ушел. Не дают. Так, в DSS. Какая последняя? Вот это давай. Ну, в принципе, где-нибудь здесь сохранится, да? Поближе. Чтобы не бегать всю дорогу опять. И чтобы у меня была хилка. Входи. Где мы? Нам сюда? Нет? Нам сюда? Так. Я не готов. Секунду. Давай. Все, понял?
Эх. Дубль 2. Если меньше ложать, я думаю, шансов больше будет. Например, вот так. Гаунтлет? Чё ещё за гаунтлет? Не важно. Не столь важно. Я тебе говорю, кресты тут почему-то тащат. Вот именно в этой комнате. В этой локе. Падает всякое. Хорошо. Что я крест взял? Хо-хоу! Поушен! Что кресты тащат. Да-да-да, двадцаточка. Да, блядь, что там происходит-то? Почему не могу это? Так, тихо. Антидот. И сразу по ушам. Спасибо. Здесь как-то не очень было. Я не очень с этими... С рыцарями дружу. Чё за подарки судьбы сейчас происходит? Чё это, блядь, я сейчас Spicy Meat, что ли, взял? Который 100 хп восстанавливает. Нормально. Теперь ты, игра, просто подыгрываешь. Чего пристал? Давай вверх подлети.
Хилку. Твою, сука. Ты угораешь? Два мяса. Одно использовал. Да я тебе то... Так. Okay. Ну а чё? Дай хилку полную. С них падают полные хилки. Окей. Хорошо было. Давай так. Нет, не смей, не, сука. Тварь, блядь. Окей. Да иди ты еще нахуй. А, ну конечно, блядь, а почему нет? Я же только полечился. На тебе нахуй еще раз. Так. Окей.
блять, плевать. Дэд. Yes. Я, правда, все хилки проебал. Теперь у меня хилок нет вообще. Но я прошел арену. Фух. Жесть. Жесть. Элан, я думаю, без хилок справлюсь. У меня там этот. Мне что-то кажется, что она не очень. Нет, она очень. Неплохо. Так, где мы? Так, нужно... Ну, я бы не сказал, что я сюда хочу. Как бы туда тоже надо, да. Но я бы хотел... Туда, где сейф очень близко. Вот сюда, да. Удивительно, что я не взял ни одного этого. Ни одной карточки не выпало. Так что мне туда придется вернуться. Мне туда придется вернуться без стрима, чтобы карточки добить все. Да до сейва-то я дойду, я поэтому сюда и пошел. Здесь, ну, никто не проблема. Проблема то, что у меня сердечек нет. Вот это, блядь, проблема. Ну да ладно. Где мы? Сколько, кстати, процентов? 99,0. Ха-ха-ха-ха-ха. Окей. Okay. Окей. Okay. Бра. Может, все-таки дашь хил? Ладно, хуй с собой. Сатаныч. Сатан сама. Ой-ой. И это что еще такое, блядь? Окей, как тут дальше-то пройти? Вверх просто? Нет, ну было вверх. У.
Неплохо. А почему нет? Ну, раздают. Предметов в инвентаре, которые восстанавливают сердечки. Что я делаю? Что я хотел? Что-то я хотел. Не, даже. Поехали. Будет сюжет, я так понимаю. Ну, ты уже здесь, Нейтан. Так ты наконец прибыл. Пью. Ты в порядке? Я думал, что они. Чё? Пью. Что ты делаешь? Я гораздо, ну, мощнее, чем ты. Я смогу победить тебя и доказать своему отцу. Тебя контролирует Камила? Нет, Дракула. Не? Ну ладно. Я просто лицом съем это все. Не выебывайся. Что ты такое делаешь-то? Ты что кидаешь-то? Да перестань ты, чё ты? Я не хочу тебя тронуть, Нейтан. Я в порядке. Ты снова стал собой? Нейтан, прости. Я тебе завидовал. Когда отец назвал тебя своим преемником, я боялся, что я недостоин. Я хотел признания. Да хватит уже. Это была темная, слабая, темная слабость, которую отец увидел в моей душе, поэтому он выбрал тебя. Перестань. Хорошо. Я понял, что отец был прав. Так, перестань, там же бла-бла-бла-бла-бла. Помоги отцу вернуться. Пора нанимать. Ключ. Открывает дверь, которая ведет к месту ритуала. Но это туда. Снизу. Все что? Ну ладно. Пойдем драку убьем. Че? Сколько процентов? 99,5%. Момент истины. Так, сюда. Как бы да. Здорово. Где мы? Здесь? Не хочу. Я надеюсь, я не зафакапил ничего. Я просто это в других
таких ваниях. Нужно было вроде как что-то сначала сделать где-то, а потом только идти к Дракуле. Типа сразу нельзя идти, а только плохая концовка будет. Я так понимаю, здесь этого нет вообще, что ли, или что? То есть это настолько игра пустая. Ебануться. Это же не первая игра. А, подожди, это первая на ГБА была игра? А, ну тогда ладно. В этом есть смысл. Если все так. Что я делаю? А, нормально. Так, главное не пропустить что-то. Miserable Piles of Secrets. Хорошо, ошибка называется, нравится. Прям цитаты из симфонии. Да, окей. Как бы... Если сейчас не откроется на 100% карта, я тогда не знаю. Master Explorer. 100% карты. Яй! Так, ты хорошо справился, ты делаешь. А, учитель. Не вовремя ты. Ритуал уже почти начался. Твоя душа станет нашей. Тоже. Учитель, ты в порядке? Какие эмоции. Не обманывай себя. Душа, тьма уже окутала твою душу. Что? А, типа он... Чё, подожди, он хочет использовать его? А не учителя? Что ли? Любим всеми слава. Угу. Как ты смеешь играть с нашими душами? Ты двойно получишь! Ти-ти-ри-ри. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Воу. Чертоги, чертоги, не протяни тут ноги. Чертоги, чертоги, не протяни тут ноги. Да. И это все? Ты серьезно? Сила. Мне нужна полная сила. Но... А? Чего? Иди за ним. Не дай ему сбежать. Я позабочусь о отца. А ты иди за ним. Хорошо. Отведи учителя в безопасное место. Чертоги. Нейтан, изгони Дракулу. И убедись в том, чтобы он не вернулся. Так и сделаю. Сика. Надо было похиляться. Ва? Окей. Меня отравили, если что. Я думаю, так будет лучше, наверное, сделать. Три. Какая? Вот это?
Блядь, Дракула стильно выглядит. Нравится. Твою мать, меня кончил. Это чё у меня бумеранги не кидаются? Триста одиннадцать? Одним ударом? А ты, блядь, хорош. 311 одним ударом. Тоже. Но он просто, он вот этим лазером очень сильно бил. Я сейчас в последний момент понял, что, блядь, надо было это... Надо было не так делать. Первый фаз меня вообще не смущает ни разу. А, блядь, это все заново придется. What is a man? Enough talk. How about you? Lie, lie. How about you? How about you? Тут ноги. А мне прям надо уходить обязательно за ним. Если это все не скипается, я бы хотел бы. Или он сам идет туда сразу. Нет, я могу ходить прям. А где тут сейф? Есть сейф где-нибудь? Ой, бля, так далеко. Пизду. Не хочу. Если он меня опять убьет, то да. Я сделаю так. Ну, подожди. Так, да? Алло. Я что, должен, блядь, с этим что-то делать? Что происходит? Хуя себе Дракула.
Пиздец. Ты, блядь, гонишь, что ли? То есть в этом состоянии он, блядь, бессмертный? Я его... Это Ромик. Да. Да. Все-таки нужно было сходить из-за границы. Я вернусь и заберу эту штуку потом. Год оплатил. Ну. А на какой аккаунт? Тут. Ой, блядь, тут обходить нужно, что ли? Ну, ёб твою мать. Чё за мутная хуйня? Мне? Да не то, чтобы надо прям. Я просто спросил. Камон, игра. Ну как это не тот проход, который мне нужен? Ну что ты издеваешься? Это какой аккаунт? Турция или что? Неплохо. Мне прям нужно сейчас это все. Окей, я сохранился. А, я думал PS Plus ты... Я думал, ты PS Plus через Яндекс оплатил. Думаю, че? Окей. Ну да, это IQ 200 у меня, сорян. Так, ну давай. Я юзаю всю вот эту лабуду. И мы его просто ебашим. В следующем месяце выбирать. Понятно. Так, это мне не пойдет. Давай так.
Где ты? Бля, я даже попасть по нему не могу, ебать. Он настолько, блядь, вообще жесть какая-то. А если попадаю, то попадаю вообще ни о чем. Какая душнина. Да ну ёпть. На нахуй. Чё, попадос? Ападос. Интересный Дракула, интересный. Зря старался. Меня никогда не станет. Никогда не случится, что меня не станет. Пока есть тьма и желание человеческой души. Я буду продолжать воскрешаться. Я тебя... И мы тебя остановим. Уж поверь. А что, запечатывать-то будем? Или он просто исчез? А, он просто исчез? Ну ладно, ГГ. Судя по всему. Странная игра, очень странная игра по сравнению с той же симфонией или с Арию в Сору. С отсутствием магазина прям вообще беда какая-то. Подожди, это перед симфонией была игра или после? Учитель, у вас с вами все норм? Нейтан, спасибо, ты хорошо справился. Ты стал охотником, который может сражаться сам по себе. Хью, я должен благодарить тебя тоже. Но твоя тренировка только началась. Я знаю, отец. Я буду тренироваться, чтобы стать достойным. Эй, Нейтан. Если ты это, расслабишься, я твое место займу, понял? Ты че? Челлендж? Жду. Буду ждать. После? Ну тогда супер странно. Супер странно. Просто понимаешь, Юран, в этой игре нет ничего. Здесь нет магазинов. Здесь нету денег. Здесь нет ничего. Здесь есть фарм. Просто, ну... Сколько навыков за всю эту игру я нашел? Где-то 4 или 5? Тут даже карта как-то сделана, как-то слабо очень. Но то, что отсутствует магазин в этой игре, это полная хрень. Что нужно просто, чтобы выбить. Чтобы у тебя была хилка, нужно найти моба, с которого падает хилка. Не купить ее где-то. А, блядь, найти моба и выпить. Это пиздец. Это супер странное решение было. Ну да, перевернутого замка еще тоже нет.
Да я тоже думал, что где-то, ну... дней на 5. Ну, в смысле, часов на 18 хотя бы будет. А тут даже 10, по-моему, не было. Не, ну как бы оно было. Ну, там фарм, добивание комнат. Вот это все, я же это не стримил. Просто, ну, мелочи, которые вряд ли будут интересны кому-либо. Странная игра.